Да, мы едем сегодня на тренировку. Ой, тут у меня все очень трещит. Да, трещит, брыщит. Мы едем на тренировку. На первую тренировку в школу гимнастики. Ну, там не только школа гимнастики, там и балет. Я попробую вам показать город еще раз, уже днем. Да, но мы ехали вечером, а тут вот старый город, наши очень красивые два костела вот там стоят, видите, очень-очень красивые. Тут Неман, река, мост этот очень-очень старый уже, я даже не представляю, сколько ему лет, его реновировали немножко, он теперь немножко такой, да, какой-то немножко красивее. Давайте мы понемножку будем ехать, а я еще с вами и поговорю. Hello, my friends. We today go to first lesson gymnastics school. Sunny go with very good. Yes. Smile. Yes, my friend. Thank you for your comments. You are so nice and beautiful. Awesome. Yes. Awesome. Yes. Thank you. Thank you very much. Thank you, and sorry about my English. I don't have good teacher. So I learned just myself. So sorry. Ну вот, мы едем, и я могу вам сказать, что у нас начинаются большие пробки. Как всегда, город у нас, конечно. А куда вы поедете? Куда? Вы куда поедете? Мы после твоего... Мы сейчас посмотрим, что там происходит сперва. А потом куда поедем? А потом поедем в пиццерию, когда тебя заберем. Нет, где вы будете? Мы не знаем еще. Мы не знаем вообще, что там будет. Так что мы теперь в таком... В таком каком-то ожидании. Короче говоря. Давай я еще поздороваюсь. Привет. Вот меня, наверное, видно сейчас. Вот. Привет. О, привет. Ой, какая красная, Саня, смотри. Вот, вся наша семейка. Всем привет, папа. Да. Ну что, все? Едем дальше. Я пока тогда не знаю, что еще. Давай подождем. Ну вот теперь давай поснимаем. Ну, просто поснимаем. Ну, давай. А знаешь что? Давай. Я взяла своих этих вот. Вот наш мешочек, там Санины чешки, там Санин бодик, балеринка ее, Элли, как всегда, с ней вместе. Я без нее поехали. Без нее не могу ни минуты. Да, я знаю. Вечереет, холодеет, очень прямо. Да. Сегодня до 13 ночью. Да. Так что, друзья, будем ждать лучших вот времен. Мы здесь будем поворачивать. Нет, здесь. Да. Я уже здесь давно не была, ничего. Немножко не помню. Ну, вот сейчас все вспомнишь. Я пока еще не стемнело, покажу. А знаешь что? Да. Мы сегодня уже с папой тренировались. Дома, ну, такую делали заряд. Да. Заряд. Мышцы все свои разогревала, да. Ну, я прямо в предвкушении, что там тебе будет. Наверное, подружек много. Познакомишься с новыми подружками. Знаешь, как тебе будет классно? Будет очень классно. Сегодня во вторник. Вторник. Да. Будет у меня занятие и в четверг. Да. Два раза в день. Да, два раза в неделю. Извини. Неделю, не два раза в день. Да. Тогда дня не останется. Очень-очень волнуется, сейчас я вам быстренько покажу, как тут у них красиво все. Вот, держите, тут перезабавочка, тут они перезабаются. Вот такая вот комната для родителей. Ну все, ухожу. Вот, сейчас я вам покажу студию, как называется. Вот так вот. Вот тут лофты, я не знаю, как по-русски, это, наверное, то же самое. Видите, что за здание? Там я не очень могла
не очень могла снимать. Двери открываются. У того подоста винтик. У меня все есть, да. Ну все. Мы выходим. А как вот до сюда доехать? Слушай, вот тут очень хороший паркинг везде. Давай пойдем посмотрим немножко. Нам тут будет супер. Потому что я смотрю, что они, наверное, все с машины подъезжают. Ну что, все? Давай, я беру интервью. Привет еще раз. Давай, рассказывай, как все прошло. Классно, но у меня ноги болят. Короче, мы после репетиции балетной школы приехали после в пиццерию. После тренировки. Отмечать первый раз, первую тренировку. Да, отмечать нас... первую тренировку, да. И еще кое-что, да, Саня? Будем показывать потом тортик дома еще, какой мы купили сегодня, да? Между прочим, у нас в комментариях сегодня очень много поздравлений папе. С днем рождения! Ну, она как-то там все время говорила. Сейчас покажу, какой мы в цели, сколько пицц тут. Сейчас, смотрите. Самая вкусная пицца, которую можно найти в Каунасе, это самая-самая вкусная. Мы приехали совсем на другой конец города, чтобы тут покушать. Тут такое, знаете, уютное, маленькое совсем такое местечко. Ну, уютно, вот, видно даже, да, Сани? Ну что, мы подождем, наверное, пока нам выпеку, да? Устала девочка совсем, но все. Завидуйте нам, она еще горячая, смотрите, дымок идет, а пахнет до невозможности вкусно. Ну что, все? Вот такие вот классные два. Один чесночный, другой такой, я не знаю, это другой. Мой. Да, один такой, другой такой, зелененький, такой вот красненький. Розовый. Сейчас принесу салфетку. Всем хорошего аппетита. Я думаю, что вы хотели бы рядом с нами оказаться в таком раю. Раю, да? В пиццерийском районе. Да, да. Я купила вот такие вот сычки. Вот. Если ее. Они будут теперь открывать. Вот какой кстати тортик. Вот мы с мамой ее в максимум покупали. И мы будем папе делать сюрприз. Вот он вернется, вот будет рад. Посмотрите, купили свечки. Купили очень-очень-очень-очень. Сейчас я притяну. Смотрите, какой тортик. Вау, будем сидеть себе и гонять чай. Да, Сани? Ну что? Ставьте лайки, подписывайтесь.